Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем следить за созданием школы GeoScan. Школа, которая будет обучать ребят управлению беспилотника. Такую школу решили создать вот фирма GeoScan, ну и там еще другие организаторы в пустяках. И выделили оборудование, которое пока администрация поместила вот в таком штабе бывшей гражданской обороны, в котором я еще не был, но мы сейчас с вами спустимся и увидим, что такое, что там происходит. Конечно, подвал для детей — это классная вещь. Я бы сам в подвальчике позанимался. Вот такое помещение. О, тут все, включая Александра Ингарсановича. Здравствуйте, Александр Александрович. А никакой схемы-то нету, ничего. Сейчас он там придет. Пришло оборудование, да? Да. Это вот этот самый куб. Куб, да, который будет отработан. Угу. Летательных аппаратов, то есть там как геопозиционирование. А это у нас как бы преподаватели, да? Илья. Илья? Илюш, здравствуй. Приятно тебя видеть. Так, а вот пошел учитель в Москве. Да. Вот сейчас он настраивает, принимает аппараты за между пультом и самим светодиодом. Илюш, ну интересно все это. Да. Да. А ребята как уже в пустяках, желают позаниматься кто-то? Да, интересно, заинтересованно. Просто давно не видели такого. Оборудование. Угу. Вот, ребята, их уже собирали бы, да? Вы уже на очереди? Нет? Нет желания. Я не успел. А, уже записались все? Да. Вот так. Еще список есть? Да. Да, 10 человек. 10 человек. Ну вот смотрите, Сан Саныч, я гляжу, приобрели компьютеры, как полагается. Вот это привозили вот в эти Да, все. Пульки неплохие вроде. Новенькие, да. Как... Вы здесь оборудовали электричество, гляжу. Да, да, да. Ну, ремонтик небольшой сделать, конечно, все пока, так скажем, убогонько, но для начала, а там дальше уже. Ну вы-то как, сами-то довольны, что двигается? Потихонечку, да, конечно, не все так просто. Тоже изыскивали денежные средства и на приобретение вот этих. Угу. Спонсорских средств. Помог кто-то, да? Да, да. Ну, пока не будем называть. Кто? Да, кто. Но все-таки... Ну, это на 100 тысяч приобрели только сами вот эти ноутбуки. Mm-hmm. То есть и они уже, я так понимаю, Илья, там они уже и программы закачаны, да? Программы еще пока нету. А по скорому времени программа и программа 3D-моделирования будет mm-hmm. здесь у нас уже. Ну, то есть они уже Windows установлены, чтобы да, программу да. обеспечить. Ну, вот это да. самая операционная система. Mm-hmm. А там еще программы именно 3D-моделирования, да? Да, 3D-моделирование. Угу. Прохождение виртуальной игры, чтобы визуально было представление. А, ну это как симулятор, да, симулятор, да? Да, 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 симулятор. То есть, угу. То есть для начала, прежде чем научиться реально да, пилотировать да. вот этим аппаратом, практики, то есть да, сначала на компьютере происходит, как симуляция, то есть как будто... Ну да, мы как бы смотрели и людям скидывали, как это делается. Но я с чем хочу вас поздравить? Позавчера президент подписал указ, где он возглавил специальную, сам возглавил организацию, которая вот эти программы будет продвигать. От имени, значит, президента курировать ее будет Кириенко. Uh-huh, uh-huh. Вот. А ваши организаторы буквально на той неделе с ним уже встречались, и он прямо сказал, да, нам это мы будем в пример приводить. Да, многих заинтересовала эта вот именно идея. Да, вы молодец. Вперед. Ну, дай бог все довести до ума, чтобы не надо не только ведь, надо и в правовом русле это все узаконить. То есть угу. эту школу. То есть там будем рассматривать различные варианты. Там государственное, частное партнерство. Там, угу. Ну много, конечно. Есть, да, различные, может быть, НКО какое-то создать. То есть сейчас прорабатываем эти вопросы, решаем. То есть, чтобы было соглашение между геосканом, между муниципалитетом, то есть о том, что. То есть в какой форме это? Может быть, это как дело образования, это класс, как бы прикрепить. Конечно, можно. Лучше бы это все в рамках школы вообще. Ну вот ездили,
Там вообще вот такой отдельно, как дополнительное образование, школа-заказчик вот таких, значит, программ таких кадров и таких ребят, он как дополнительно реально. Оно придет в школе. Это, чуть ли не как бы уже саму систему образования, это, ну, может, ну, не предмет, но как какой-то вот... Да придет. Да, рано или поздно все равно придет, потому что... Просто, как всегда, впереди трудно. Самое первое пробивать, трудно. Потом у всех как бы будет все попроще. Интернет, глядишь, провели, да? Да. Сюда же. Антон Клинков все тут занимался, провел интернет. Вот Сергей Геннадьевич нас провел здесь и ремонтик сделал. Так немножко это привел божеский вид. И именно вот розеточки, то есть тоже на спонсорские деньги все это. Произошло, да? Да, то есть помогли. Можно погудеть-то маленько, как они уже запускаются. Смотрите-ка, значит, уже список составлен. Я еще сам даже не в курсе. Ребята говорят, что уже желающих много. Ну, может быть, в две партии 20. Пока что еще только 3 подошло, а так обещали 5. То есть 5 и еще 2 комплекта. Пока не хватает комплектующих. То есть она не помню. Сами-то беспилотники есть, а к ним же идет там различные эти. Модули. То есть пока что их что-то там. Видимо, летний период. Мы будем надеяться, что все придет. Ух ты! Ты уже умеешь вот так поднимать. Ну и все, вот. Красота! У меня аж мурашки по телу. У нас это летает. Когда мы с вами это все видели, как летает в Москве, там как-то это все естественно летает и летает, да? А тут летает в пистяках. И это удивительно. И сколько минут у него заряд? 17 минут. 17. Ну вот так, для занятий-то достаточно, что ли? Занятий это достаточно. Аккумуляторов много. Удобно, наверное, да? Да. Ну, а плюс дополнительные аккумуляторы, да. Плюс вот эта визуальная система, да, где очки-то, все тут в комплекте. Ну, здорово. Спасибо. Да, вот это. Различные еще. Бортовой модуль навигации в помещении. Это вот как раз в кубе. Ага, это вот этот куб, куб сейчас соберете, да? В кубе, да, летать как. То есть они это на него навешиваются, так понимаю, там ставятся датчики, и он уже за пределы, он не может, ну, вылететь этого куба. То есть учиться управлять. То есть она и так бы и безопасна. Вот они тоже у них. Ну, здесь много всего. Здесь и, я так понимаю, и камеры, он и. Вот это, наверное, тоже камера. Камера. Ну, поснимаю. Да, вот камера. Это камера, да. Вот. Балдес. Здорово. Ну, я так понимаю, идеологии на вас. Вы будете ребятам, как это социально значимо и как это важно для страны рассказывать. Кому еще? Да, да. Ну, может. Да, ваши идеи я вам и реализовывать. Да. Спасибо. Ну, Геоскан, который действительно пошел, решился на такое, что... Да у них это как заинтересовало. Они теперь берутся за большую программу. Они теперь по всей стране хотят эту программу. Ну, там подключились какие-то. Новатором быть в этой области нам. Да. Не ударить грязь лицом, попробовать все это, чтобы действительно пошел процесс учебный, а дальше уже. И самое главное, когда ребята, они научатся, они, чтобы участвовали уже на уровне федерации в различных конкурсах, соревнованиях, именно по беспилотному. Сейчас у них в Сочи какой классный конкурс прошел. Вот. На будущий год, наверное, надо будет собраться. Ребята здесь руку набьют и будут участвовать уже. Ну, тем более там все, я так, насколько слышал, все это оплачивается бесплатно. И поехали лучше в Сочи, еще куда-то. И там просто проводят несколько дней и показывают свое мастерство. То есть будем надеяться. Что... Так что ты первый кандидат. Тренируйся. Нам нужны победы. Ну вот так, друзья, глядите, как все двигается. Все это радует. Будем надеяться на продолжение и будем следить за тем, как это будет продолжаться. Но здесь-то задача не только научить пилотированию вот этому, да, задача-то вот именно 3D-моделированию основная. И так. Завлечь людей. А, вот эта история, то есть это самое важное. Именно вот, да, то есть 3D-моделирование помещения, там какой-то
здание даже. Он же там снимает там что-то до 500 фотографий, да, потом это все в программном программе как-то оно там склеивается и получается 3D-модель там какого-то объекта. То есть задача-то вот больше-то. Это-то как бы без этого нельзя, но это движение, следующий шаг другому же, ну, движению, то есть вперед. То есть это уже там начать научиться там фотографировать, учиться работать с программой, там, программой, да. Все равно, вот, мое мнение, военпром уже, да, военная промышленность, она приходит постепенно сюда, на гражданку. Посмотрите, беспилотники, да, они там летают на тысячи километров. И выслеживают, и бомбят, и из пулеметов стреляют. И сейчас уже в мирном времени они начинают также помогать. То есть отслеживать те же самые там пожары, там, увидеть там издалека. Да, это, конечно, понятно, что он на сколько? На 150 метров, да? На 150 метров. А ведь, да, конечно, ну учебные, а что? Ну, беспилотные аппараты, которые на несколько тысяч метров. Да, никто к этому не... Да, беспилотники вам теперь уже главная работа. Вот у меня вдруг какой вопрос возник. Сочи придумывался президентом, и это было здоровье для умных. То есть умных ребят туда посылали, чтобы они там подкопили здоровье. А теперь вот по этой программе звучит такая идея, что ум для здоровых, то есть развитие. Ребята-то у нас здесь ведь правда развитые, то есть здоровые такие, да? Экологически чистый район, так скажем. У нас ведь есть возможность такие какие-то еще и летние лагеря сделать. Ну, эти вопросы тоже как бы прорабатываются. Прорабатываются, да. То есть, возможно, может, и будем здесь какой-то. И задача-то втянуть, может, сюда даже не то, что соседние районы, а даже на уровне уже соседних областей. Да. Может быть, чкаловские ребята сюда. Да. И это уже будет тоже межрегиональное, то есть взаимодействие, взаимосотрудничество. Это открывает еще больше. Главой Заволжска разговаривал, у них они там тоже... Тоже готовы. Они готовы, да, как бы сотрудничать. Тем более у них сам по себе район, он, там же Бредихин проводил исследования, то есть комет. И он написал множество научных трудов. И это все равно как-то, ну, да, пересекается. Как-то пересекается. Ну, главное, свои. Интерес проявляют и главы других районов. Ну, будем готовиться сейчас. Я думаю, сейчас еще приведем как бы нормативную базу, все в порядок, подумаем, как это, чтобы было ну, так, узаконено все это было. Хорошо. А дальше уже все, ребята начнут заниматься. Ну, спасибо за то, что вы так попекаете и так заинтересованы. Спасибо, Илюш, что все тут делаете. Ждем, когда будет первое занятие, посмотрим, ребят, как придут, с ними поговорим, как это интересно.